Друзья, всем привет! Я начинаю новый влог. И начать я хочу его вот с такой коробочки. Я показывала в прошлых влогах, нам моя крестная подарила. И тут я уже все вытащила, то, что нужно. И смотрите, хочу вам показать, что я тут решила хранить. Здесь у меня полотно, на котором мы вставали. Потом вот такие вот платочки, от которых мы держались, и еще не понадобились некоторые. Далее здесь открытки. Вот эту открытку, когда читал ведущий, тетя Галя, это бабушка Сережина, она попросила прочитать, потому что зрение у нее садится, вот здесь она все подписала, и ведущий прочитал. И на камере это будет, поэтому потом посмотрите, когда он читал вот это поздравление, все заплакали, Сережа заплакал, было так трогательно, мне это запомнилось, я решила это все сохранить на память. Потом здесь еще у нас свечка. Я ее потом куда-нибудь использую. Такая зелененькая. Я, наверное, сейчас ее на кухне поставлю, потому что у нас там все зеленое. Идеально. Потом вот такая штучка. Я хочу на нее положить наши кольца, которые были до этого. Сейчас тоже использую. И здесь еще бенгальские огни я оставила, которые у нас остались. Тоже на какой-нибудь праздник. Мы их используем, наверное, зимой. Так, сейчас уберу. И что-нибудь еще туда потом положу. Такая красивая коробочка здесь у нас. Мне очень понравилась она. Вот эта коробочка, в которой хранились кольца. Я хочу туда как раз положить вот это сердечко. Сейчас раскопаем немножко. И на это сердечко положу кольца. Ну и любое золото, которое будет, я тоже буду класть туда. Я, кстати, вам забыла показать. Я сейчас сниму одну. Здесь у нас еще вот такая полочка, но приедет скоро другая. Вместе с вами, наверное, в этом влоге мы ее соберем. И здесь вот свечки я поставила. Так, сейчас я расстегнуть не могу. Годовщину мне Сережа подарил такие мини-сережки на каждый день. Мне нужны были сережки, которые вот такой застежкой. И здесь немножко такие вот, как стразинки вставлены в нее. Вот такие вот. Это на память. На 5 число, на нашу годовщину. Он потому что духи попросил, а я решила то, что мне вот захотелось на память. В общем, вот я их ношу, и спать в них удобно. Так что присмотритесь, если хотите на повседневное, вот такие вот очень удобные серьги. В итоге я сделала вот так, посадила туда ангелочка. Положила кольца. Оставила здесь наши свечи. Потом это все уберу на полочку. Здесь наше свидетельство. И еще ангелочки. А это у меня мамина было раньше. Вот так. И еще я не знаю, куда мне деть вот этот вот. Так, это я сейчас кофточку повешу. Вот этот вот Сережин костюм я сейчас уберу. А куда мне деть вот эту вот вешалку? Потому что, в принципе, она здесь вообще не нужна. Здесь будет полка. Сейчас буду думать. Здесь наверху у нас стоит икона. Так, сейчас вот это надо тоже убрать вниз. Вот так вот ее поставим. Я хочу, чтобы ее прям видно было. Наши фужеры. В общем, здесь у меня будет такая полочка. Потом все приедет, переставлю. И наверху я оставлю вот так вот иконы. На второй полочке у нас здесь вот такая вот полка. Здесь пледы, наши бутылки, джойстик и подушки. Но это все я уберу. То есть это пока временно лежит. Вот думаю теперь, куда мне деть вот эту вот. Ее, в принципе, можно разобрать пока, что убрать на лоджию. Можно куда-то поставить и что-то вешать. Не знаю. Пока подумаю. Может, в прихожей уже не вариант ее. Не знаю. Будем думать. Уже немножко себя. Это свечи со свечкой. Вот так. Купила футболку. Не помню, показывала я вам ее или нет. Очень удобно сейчас ходить и дома, и не только дома. Я одевала бюстгальтер на таких липучках, и было очень удобно. Он, правда, от жары не держится, поэтому дома и так можно. Но работать мне в ней вообще будет идеально, потому что она такая вот как раз не жарко в ней. Вот. Что я тут делаю? Здесь я все, в принципе, сделала. Здесь поменяла постельное белье.
Я его, кстати, никогда не глажу, потому что меняю каждые 2 дня. И глажу, если только вот для фотосессии нам нужно было туда. А так я никогда не глажу. И плед вот такой постелила голубенький. Вот. Потому что подушки я меняю через день. На 2-й, 3-й я меняю простынь и пододеяльники. Меняю очень часто и много. Купила побольше просто постельного белья. Я видео тут вам загружаю. Ну да, оно прям такое мятенькое, но нет смысла гладить, потому что его никто не видит. Ну, кроме вас, вот я вам сейчас показала, а так... А если для какого-то видео или что-то, я глажу. А так, если уж сильно мятый, как вот это вот, сейчас просто жарко, и гладить вообще не вариант. А так, да, я его не глажу никогда, потому что очень часто меняю. Загрузила я видео, сейчас обработаю фотографию и выложу. Смотрите, друзья, на каком я красивом фоне снимаю, фотографирую косметику. Я сейчас вам покажу, что у меня тут на полу. Сережа мне купил, сходил, цветочки голубые, вот такие, они крашеные, наверное. Но очень красиво смотрится. И я прям вот таким образом фотографирую и выкладываю. Кому интересно, кто хочет посмотреть весь ассортимент, я ссылочку всегда оставляю на страницу, так что переходите, смотрите. А тут у меня приехала косметика, я это все сижу, достаю из коробок. Вот, там еще коробки. Это уже все я разобрала. Красиво складываю по полочкам, фотографирую. И у меня тут уже вот такая вот аккуратная красота. Осталось приклеить ценники, дофотографировать. Все раскладываю. Здесь у меня разные наборчики. Вот такая вот красота. Здесь наборчики. Ой, ну полки еще полупустые, потому что, сами видели, у меня еще все в коробках. А я все красиво раскладываю. Вот. Хочу сегодня это все доделать, чтобы завтра у меня это все уже стояло. И только приклеить ценники и намыть в зале пол. Я тут сейчас буду делать карбонару вечером. У меня здесь покупали в ленте бекон вот такой вот, 2 упаковочки, потому что одной нам всегда мало. Он еще был по акции по 170 рублей. Потом макароны возьму вот такие, но лучше потолще брать. Но в спаре у нас были только такие. У меня маленькая упаковка сливок, поэтому я еще чуть-чуть добавлю молока. И вообще желательно погуще. И вот соус для карбонары вот такой вот от Маги. Его еще не везде найдешь. У меня дома он был. Откопала я его. Сейчас поставлю макарошки и обжарю бекон. Здесь все очень легко и просто. Поставила бекон, он немножко сейчас обжарится. Я, кстати говоря, еще сегодня делала борщ первый раз в жизни с фрикадельками, потому что у меня не оказалось ни капусты, ни... что еще? Что-то еще здесь нету. В общем, у меня была приправа для борща, я решила вот его сделать вот таким вот. Завтра еще хочу сделать, попробовать вот такую вот штучку. Это картошка по-деревенски. Тут идет на 2 порции, что ли, да. На вечер. Ну, или днем покушаю. У меня еще завтра отпуск. Так, я размешала здесь уже вот эту вот смесь с молочком и сливками. Лучше их пожирнее, конечно, брать. Но я чуть-чуть молока добавила. И сейчас жду, когда у меня закипят макароны. Буду ставить макароны. И еще я сегодня делала, в общем, я сегодня наготовила. Еще овощи сегодня сделала. Сейчас их тоже в баночку переложу. А это все намою. И пока у меня тут все готовится, я хотела бы с вами немножко поболтать, рассказать вам. Давайте я лучше в руку возьму, потому что так просто будет удобней. Я тут долго у меня... пустовал канал 2-й, может кто помнит, знает, у меня есть канал, там сейчас была распаковка косметики, всякие штучки, связанные с косметикой, я сборку заказов там снимала, ну в общем все связанное с косметикой. И тут я поняла, что мы сейчас всю косметику будем продавать только на Валдерис и Казань Экспресс. Из дома я хочу ее полностью убрать, поэтому я решила, что канал пустует. Раньше у меня были там распаковки фикс прайс, влоговый канал был, день рождения в том году, сейчас я буду мешать рассказывать, день рождения в том году тоже снимала туда. Он был вроде и влоговый такой, знаете, и вроде потом я там... экспресс начала снимать, в общем, всего-всего разного.
И сейчас, так как я перешла полностью на этот канал, оставила его основным, я буду на том канале снимать видео, которые у меня такие, знаете, не то что постановочные, но какие-то интересные. То есть те видео, с которым нужно... которым нужен сценарий. То есть не просто так, я надеюсь, я камеру не закрыла рукой, не просто так, что вот, как я сейчас могу включить камеру и вам что-то рассказать. Я заказала на Wildberries интересные вкусняшки. Вот я там хочу сделать распаковку, либо мы с Сережей будем пробовать. Также будут там адвент-календари. Зимой буду заказывать тоже на Wildberries какие-нибудь. В общем, будем тестировать и сладкие, покупать адвент-календари весь декабрь, потому что нам Сереже очень понравилось в том году, когда я это снимала. Потом еще что-то постановочное будет. Распаковки с Алиэкспрессом, там много чего должно прийти. Распаковки с Казань-Экспресс, в общем, всяких вкусняшек, очень много интересного. Там, кстати, есть распаковка новогодних товаров, уже можно заказывать, переходите, в общем, я оставлю вам ссылочку, посмотрите, там есть мои старые влоги, мы там прям совсем маленькие еще с Сережей там снимали тоже, дни рождения у меня там запись есть, всякие рецепты, я тоже туда обязательно буду снимать, кто любит, переходите, смотрите, у меня сейчас будет два канала, вот, поэтому буду я вам там рада тоже видеть вас там. Что у нас из нового? Я до 15-го в отпуске пока что. С 15-го я, получается, вот вместе работаю всего 2 недели, и выходные я работать не буду. И в будни я буду работать с 8 утра до 5-6, ну где-то в 7 вечера я буду заканчивать, и буду вас радовать новыми интересными роликами. А сейчас мы с вами приготовим карбонару, и я буду заканчивать этот влог небольшой. И завтра у меня приедет, либо посмотрю, сколько я наснимала, либо объединю, в общем, решу. Завтра у меня уже приехала на Wildberries полочка моя, поэтому мы с вами будем перебирать, будет уборка. А Сережа мне ее сразу соберет, он завтра в зал решил не ходить, он ее мне соберет. И мы с вами завтра уже в следующем влоге, либо в этом посмотрим, объединю, наверное, в следующем. Давайте лучше в следующем, это такой коротенький влог будет. Мы с вами разберем все, что у меня там в двух полочках. Я хочу как раз задекорировать то место красиво, оставить полочку под все, что у нас венчальное там. В общем, наведем красоту в спальне. Буду потихоньку готовить квартиру к зиме, к новогодним праздникам, хотя я, если честно, не готова. Вроде вот они были, и уже опять они сейчас будут. Поэтому я еще не очень готова к новогодним праздникам, но... пора уже задумываться. Я задумываюсь о осеннем декоре. Вам уже говорила, с Алиэкспресса заказала. Ну, я там только наволочки заказала. Листочки кленовые куплю в фикс прайс и покрашу в белый цвет. И украшу как-нибудь красиво. Сделаем какой-нибудь классный с вами венок в этом году. Украсим. Либо в спальне его положу, украсим, либо куда-нибудь повешу на люстру. В общем, что-нибудь интересное придумаю в этом году. Будем с вами заниматься интересным. Я тут еще сегодня купила, сейчас покажу зелень. Вот. И сейчас сделаю салатик еще нам из укропа, огуречек. Но есть еще овощи тушеные, но, наверное, за их лучше утром поест. А так я сейчас хочу нам сделать салат. Вот такой вот. Какой-нибудь легенький. Или просто нарежу, не знаю, лучше салат сделаю. Помидоры сегодня не очень хорошие в спаре было. Паста готова. Сейчас у меня немножко испарится молочко. Сделала немножко салата, потому что мы не доедаем его обычно. Вот прям чуть-чуть. Так что всем, друзья, приятного аппетита. А я буду заканчивать влог. И завтра с вами тоже встретимся. Будем вместе с вами собирать полочку и декорировать. И еще уборка будет, много всего. Поэтому всем хорошего вечера, утра, дня, и всем пока-пока.